Привет, друзья, с вами Варчик. Свеженький обзорчик на десяточку. Удис 1516, или как я его ласково называю, Ублюдис. Очередной танк, в котором есть лишняя броня. Она иногда, конечно же, танкует, но в крайне редких боях нужно броню так извернуть, чтобы мало того, чтобы вы были выше врага, плюс еще ее куда-то там довернуть, перевернуть. Она работает в тот момент, когда враг уже практически промазал и попал чисто черкачом. Больше она не работает никак. Чуть более-менее какое-то адекватное попадание по этому танку, все, он рассыпается. Никакой-то там особо мега брони нет. Плюс еще горит в лоб, да и пробивается в корпус довольно-таки легко. Единственное, что крышка двигателя имеет очень большой угол наклона и рикошетит. Места она занимает не так уж и много, поэтому попасть мимо нее будет несложно. Башня пробивается через раз практически любым снарядом, как повезет. ВБР захочет больше пробития — пробьет, не захочет — не пробьет. Есть еще какой-то микролючок с правой стороны, если вы на этот танк смотрите, который пробивается любым снарядом. В целом броня отвратительная, мне не понравилась вообще. Но иногда она работает, но очень как-то редко и слабенько. Давайте перейдем, наверное, к самому главному в этой игре. Это орудие танка. Оно просто конченое. Точность, казалось бы, изначально 0.35. Наставив кучу модулей, расходников и прокачал кучу перков, можно разогнать эту пушку до довольно-таки приятной точности. Но вы ее почти никогда не увидите, потому что стабилизация хреновая. Сведение 2.2, ну такое, вроде неплохо, но на деле получается не очень. Плюс еще снаряд летит довольно-таки медленно. К тому же это под калибр основной снаряд. Пробитие у него всего лишь 254. А 254 плюс под калибр, который плохо заходит в броню, не любит наклонную броню, вдали очень сильно теряет пробитие. Плюс он еще медленно летит, плюс он кривой, без стабилизации. Стрельба получается крайне отвратительной. А голда у нас кумулятив, который тоже имеет плохое пробитие, плохую стабилизацию и летит еще медленней. Из этого получается, что стрелять крайне отвратительно. Также еще у нас обзор такой себе, 390. Это неплохо, если бы наш танк был бы уровня 9, а то и еще ниже. На 10 уровне 390 это уже, ну такое, просто обычный обзор. Кстати, еще за стрельбу, это же танк с гидропневмоподвеской. Так вот, еще стрельбе мешает гидропневмоподвеска, поскольку она очень плохо и рвано работает. Танк очень медленно наклоняется, очень медленно поднимается, плюс он это делает рывками, стрелять крайне отвратительно, когда вы играете через холмики. По ощущениям, да, у Энов много у танка за счет этой гидропневмопомойки, но стрелять через них крайне отвратительно. Ездит довольно-таки неплохо танчик, уделка 19, максималка 50, в принципе, с подвижностью все более-менее приемлемо. А вот что касаемо маневренности, то, как танк поворачивает, тут как-то странно. Вроде он нормально, бодро поворачивает, но делает это как-то корявенько, не всегда адекватно, и поворачивать прям до миллиметра как-то тяжеловато, непонятно он себя ведет. То хочет сильно повернуть, то ему вообще впадлу. В целом я бы охарактеризовал этот танк как неудобен во всем. Неудобен в управлении, неудобен в стрельбе, просто тупо неудобный танк. Ярких плюсов у него практически нет нигде. Да, у танчика типа есть маскировочка, но не сказал бы, что она прям выдающаяся. Просто есть неплохая маскировка. Есть и есть. Стрелять неудобно, сражаться против врагов неудобно. Такое, честно говоря. Танк очень сложный, ветка очень сложная. Самый приятный танк в этой ветке — это, наверное, восьмерка. На ней просто легко стоять в кустиках на ватном танке и накидывать урон с пушки нормальной. Все. Что касаемо девятки и десятки, они просто тупо неприятные. И мне сейчас этот Ублюдис 1516 напоминает Кранвагена. У него были те же самые проблемы. Пушка, которая не пробивает, не попадает, без стабилизации, без пробития, без ничего. И у этого танка с пушкой те же самые проблемы, она просто никакая. И танчик не ощущается каким-то свежим и бодрым. Он везде какой-то унылый. Ярких плюсов у него просто нет. А минусы маленькие просто везде. И мне потребовалось время, чтобы хотя бы к нему немного привыкнуть, поскольку он просто противный, этот танк. И после того, как я немного привык к этому танку, я просто обычный результат для себя начал набивать. А не какой-то там выдающийся танк. Не то, что не имба, он даже с натяжкой просто обычный. Вот и все. Обычный неудобный танк. С вами был Варчик, играть красиво. Пока.